Всем привет на канале Sound Illumination. Сегодня маленькая ситуация. Постоянно люди спрашивают, как померить правильно dog spotter на собачку, подобрать правильный размер. Для этого надо будет швейный сантиметр. Берете вокруг окружности головы, прям поверх хрящиков ушей. Это самой большой, получается, широкой части мордочки собаки. Вот под низом проводите, вот сверху как бы ушей проводите. И смотрите, какая окружность. В данном случае это 41 сантиметр. Если швейного сантиметра у вас нет, можете просто обычной веревочкой то же самое. Берете, проводите в той же самой части. Смотрите, какая окружность. Потом вот эту вот часть, которую вы замерили, ложите на сантиметр и смотрите, сколько получится. В данном случае, если мы попробуем сделать с этого обычный сантиметр, берем, смотрим. И, грубо говоря, опять та же самая длина, которая нам надо. Ничего сложного, но как бы это вам позволит, чтобы когда вы будете заказывать dog spotter, он не будет слишком длинный, то есть не будет слишком большого вот этого хлястика, которому потом будет неудобно. Когда вот такой вот хлястик, довольно-таки неудобно собачкой управлять. В то же самое время, если, допустим, широкая голова, вы неправильно померили, там неправильно сказали приблизительно, он просто-напросто, допустим, диаметр сказали неправильно, он просто-напросто на собаку не налезет, будет маленький на нее. Потому всегда меряйте, а я уже самостоятельно накидаю сверху сантиметр для того, чтобы вам было комфортно и на вырост. Всем спасибо, до новых встреч. С нами был Арчик тоже, извините, что не представил, это наш мулатик, умница, собачка хорошая. Спасибо и тебе, Арчик, что нам помог. До свидания, до новых встреч в эфире.